Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12T. Сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим «Не беспокоит». Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь режим «Не беспокоить». Вот он, находим, уже включен у нас. Если мы нажмем на него еще раз, он будет выключен. Если он горит синеньким, значит включен. Если зажмем на нем пальчик, то можем перейти в настройки звука и вибрации. Но здесь у нас есть блок «Не беспокоить». Мы можем настроить здесь расписание, уведомления и так далее. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.